Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня у нас телевизор QE55Q67RAU. Список актуальных цен на сегодняшний день вы можете узнать по ссылкам в описании. Я очень старался собрать всю информацию о модели, написать сценарий, озвучить и смонтировать данный обзор. Буду очень рад, если вы поставите лайк этому видео. Диагональ экрана 55 дюймов, разрешение 3840x2160, подсветка Edge LED, матрица VA, глубина цвета 8 бит плюс FRC, частота обновления 120 Гц. Сейчас вы можете видеть углы обзора телевизора по горизонтали. Телевизоры данной модели поддерживают технологию Quantum HDR с динамическими метаданными, благодаря которым ТВ анализирует изображение, подбирает цветопередачу, контраст и четкость для каждого участка изображения. Теперь вы действительно увидите мельчайшие детали даже в самых темных и ярких сценах. Телевизоры Samsung QLED оснащены инновационной технологией квантовых точек, в основе которой лежит процесс превращения света в цвет. Это сочетание позволяет добиться 100% цветового объема и потрясающего богатства цветовой палитры. Обновленный процессор Quantum 4K создает невероятные ощущения от просмотра ТВ в совершенно новом формате. Наслаждайтесь изображением с удивительной четкостью деталей даже при ярком дневном свете. Благодаря масштабированию с применением технологии искусственного интеллекта, QLED TV автоматически преобразует изображение с разрешением Full HD и ниже до впечатляющего 4K. Теперь это не просто растянутая картинка на экране, а изображение с высочайшим уровнем детализации. И вишенкой на торте является то, что на телевизоры с технологией QLED действует 10 лет гарантии от выгорания экрана. Наслаждайтесь непревзойденными качеством контента на роскошном экране, а также яркостью и реалистичностью изображения, которые QLED будет сохранять для вас на протяжении долгих лет. Внешний вид данной модели, несмотря на привычные формы, достаточно элегантен и приятен глазам. Современный эргономичный дизайн нового поколения и невероятно тонкие рамки легко впишут данную модель в любой интерьер вашего дома. В выключенном состоянии в режиме Ambient QLED TV телевизор становится почти невидимым, подстраиваясь под фактуру и цвет стены, на которой он размещен. Вы сможете вывести на экран информацию о погоде, времени, знаменитые произведения искусства или ваши любимые фото, настроить его под любой вкус. Оживите свою гостиную цветом, загрузите на экран телевизора интерактивно меняющийся цветовой фон, гармонично дополняющий интерьер вашей комнаты. Теперь телевизор — это не просто черный экран, а стильный и универсальный элемент интерьера. Тонкий корпус и почти полное отсутствие рамок со всех четырех сторон создает уникальный эффект погружения в происходящее на экране. Размеры телевизора 124 см в ширину, около 71 см в высоту, толщина 6 см. Вес без подставки 18,6 кг, цвет серый. Также имеется подставка размером 97 на 26 сантиметров, но если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать, так как предусмотрено крепление веса 200 на 200. На задней панели расположены стандартные разъемы. Присутствует один оптический аудиовыход. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает Wi-Fi и Bluetooth. Данная модель также оснащена специальным игровым режимом. Функция Dynamic Black Equalizer легко обеспечивает улучшенный черный цвет, четкую детализацию в темных сценах без размытости и искажения цвета. В игровом режиме поддерживаются технологии Game Motion Plus и Game Enhancer. Испытайте уникальный игровой опыт, прочувствуйте каждую секунду любимой игры, ощутите каждый взрыв, каждое движение, будьте в эпицентре игровых событий. На таком экране игра становится более реальной. Подарите себе опыт игры на высокой скорости в режиме реального времени и еще больше эпичных побед с быстротой реакции QLED TV. Input lag при разрешении 3840x2160 достигает 14,6 миллисекунды, а при разрешении 1080 пикселей 14,7 миллисекунды.
Операционная система Tizen 5.0. Smart Hub. Весь нужный контент уже у вас в руках. От легкой настройки любимой консоли до установки актуальных приложений и просмотра телевидения. AirPlay 2. С ее помощью вы впервые сможете управлять контентом на большом экране телевизора прямо с девайсов Apple. Проигрывание видеороликов, музыки, фотографий и не только. Легко. SmartThings превращает телевизор в центр управления вашими устройствами, поддерживающими функцию «умный дом» от смартфона до бытовой техники. Это дает вам возможность в реальном времени управлять и контролировать состояние оборудования вашего умного дома. Голосовое управление на русском языке. Телевизор Samsung данной модели может стать центром новой и более удобной для вашего дома экосистемы домашних развлечений. Простое и удобное подключение и управление смарт-устройствами даже от других производителей. Выходная мощность 20 Вт, по 10 Вт на каждый из двух динамиков типа 2 и 1. Интеллектуальный режим QLED-телевизора регулирует уровень яркости и громкости с учетом условий окружающей среды. Например, ваш телевизор усилит четкость воспроизведения диалогов в новостной программе или повысит уровень громкости голоса певца, снизив уровень шума в концертном зале. Телевизор оснащен уже привычной технологией Dolby Digital Plus. Звук можно передавать по Bluetooth. Пришлось перерыть весь интернет, чтобы найти отрицательные отзывы на данную модель. На черном фоне по всем углам и не только огромные засветы. Блеклый. Ужасно показывает в ярком режиме не 4К контент. Требуется быстрый интернет. Не хватает басов. Не очень хорошее качество сборки. Но в подавляющем большинстве отзывы весьма положительные. Изображение класс. Довольно большой экран для меня. Отличная цветопередача. Хорошее соотношение цены и качества. Звучание неплохое, объемное. Отличное голосовое управление. Удобный пульт. Как вы можете заметить, отзывы весьма восторженные. Если у вас входит в планы покупка данной модели или вы уже являетесь счастливым обладателем, то присоединяйтесь к комментариям к этому видео. Естественно, будьте взаимовежливы. В описании под видео вы найдете ссылки на самые лучшие цены этого телевизора. Надеюсь, мой скромный труд поможет вам сделать правильный выбор. Огромное спасибо вам за внимание и искренние лайки, которые вдохновляют меня на все новые видеообзоры. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч в следующем обзоре.